Усім цудовного ранку! Раді вітати вас у нашому добраранку! Як ваш настрой? Чудовний! А ось у нас з Біатою не вільний. Але ми пожартували. Настрой у нас чудовний і навіть вільний жартовливий. Так і хочеться кого-небудь розіграти. І когось пожартувати. Ви з нами? Біаточка! Оказывается, все наши глядачи вельми любят жарты и розыгрыши. И это чудовно! Будем жартовать и веселиться разом. А кого мы разыграем? Ну, например, меня. Тебе? Нет, это не вельми добрая пропанова. Мне вельми хочется с тобой разом какие-нибудь жарт придумать. Тады! Сдается, я ведаю, на кого мы накируем наши жарты. Дай бог, скажу. Мы до жартов готовы, а вы нас не выдавайте, коли ласка. Усім салют. Хіба я тихо говорю? Поспробую трошки громче. Привітання! Салют усім! Что с ними? Чому я не молчать? Ты чому мне не отказываешь? Кася! Біата, а ты чому молчишь? Ты что тут отбывается? Я у добраранок трапил? Не-а. Як не у добраранок? Вы ж Кася и Біата. Вас нельга ни с кем сблытать? Не-а. Я? Сябрых, это добраранок? Не-а. Фу, напевно, я не с той лапы сегодня устал, не по той дорожке пошел и не у добраранок пришел. Поспробую все сделать еще раз. Ну як, отрывалася? Ага, трапилися. Вы на что меня заблытали? Ничего мы не блытали, а трошечки пожартовали. У нас просто сегодня настрой таки, ранишние жартовли. Ага. И вы вырашили с меня пожартовать? Трошечки. Скажите еще, что и глядачи про ваши жарты ведали. Ведома. А я вас возьму и покрылджуся. Ты пойдешь спокойно? Так и зароблю. Лелесик, у добраранку нельга крылдиться, и нельга зараз никуда доходить. Так. Это чому? А тому, что надышел час мультфильм глядеть. Ой, вы меня так поспели заблытать, что я на мультик и забылся. Давайте хоть я его глядеть. Лесик, як чудовно, что ты побач с нами и не покрыудился. Біата, я не вельми подозрено молчить. Як возьме, ты як зараз нас разыграем. Ой, это ж будет так цудовненько, правда, сябры? Лесик, рассказывай, что ты там придумал? Я хочу проверить, те усё вы про розыгрыши и фокусы ведаете. Мы с Біяточкой заусёды и усё ведаем. Докладней будет сказать, мы амаль что усё ведаем. А это мы зараз и проверим. Мы готовы до любого испыту. Только одна умова. Глядачи будут отказывать разом с нами. Чудовно! Слухайте усе. Те ведаете вы, где з'явилися первые клоуны и что яны робили? Где яны могли з'явиться? У цирка, я дома. А что робили, жарты разные рассказывали глядачам. У Лесика простых пытаний николи не бывает. Усе яны с подвохом. И ты лечишь, что мой отказ неправильный? Лесик, Кася справилась с заданием? И так, и не. Саправды, первые клоуны з'явилися у конных цирках. Я чула про такие. У далекие часы люди приходили, как поглядеть шоу наездников. Правильно. А потом место, где збирались, как поглядеть такие выступления, почали называть цирком. А при чем тут клоуны? Ага, а при тем, что гэтые наездники не умели скакать. Яны увесь час падали с коней. И робили это вельми смешно. И у всех глядачи веселились, так? Правильно, таких недорек и почали называть клоуны. Так и есть, клоуны все робят, не упопад. Я дала Амальчика правильный отказ. Кась
вся вельми разумная. А сучасные клоуны не только с коней падают, а и сценки разные показывают, и жонглируют. И робят это довольно ловко. А кто из вас ведает, где появились жонглеры? Вы что-нибудь про это чули? А сами жонглировать спробовали? Оказывается, первые выявы жонглёров знайшли на настенных малюнках старожитной Греции. Значит, это вельми старожитное майстерство. Цікаво, и чем жонглировали у тые часы? Думаю, что какими-нибудь фруктами, апельсинами, яблоками. А я читал, что в старожитном Китае навод сам император любил пожонглировать. Так само яблочками. И не только. А один китайский воин умел жонглировать отразу семью мячами. До такого воина навод подыходить было страшно. На это и было различено. Вороги бачили спрытность и отразу отступали. Угу. И я вельми хочу научиться жонглировать. А давай разом учиться. Почните, девчонки, с цукерок. Те, что будут падать на стол, отразу трапить до меня. Хитренькие-яки. Давайте зараз поглядим мультфильм. А кто хочет, может потом разом с нами научиться жонглировать. Ой, ой-ой-ой. Нелегкая эта справа. А коли еще и спевать что-нибудь? Спевать? А это на во что? У давнину жонглерами были музыки, якие ходили по городах и выступали на площадях. Я могу спевать, а бьята цукерки подкидывать, а после помяняемся. Треба одночасово все робить, и спевать, и жонглировать. Скажи, еще и на ходулях ходить. И скажу, менавито так и робили французские жонглеры. Добро, Лесь, коли ты хочешь, как мы с Казей стали соправданными жонглерами, мы будем тренироваться. Только одна умова, ты нам да помогаешь. Цукерки и апельсины вам приносить? Менавито так. И веселые песни с нами разучивать. Это я с задовольнением. Только давайте домовимся, коли тренировки будем проводить. Кожную раницу. Не, мы будем от добраранка отрываться. Нельга. Тады одразу после занятка. Так само не подыходить. Я музыкой займаюсь после занятка у школы. А может, перед колыханкой? Усё, домовились. Сегодня и почнем. А зараз давайте еще один мультфильм поглядим. Ага. Все мы побежим на занятки. Только давайте домовимся про нашу наступную сустречу. Угу. А яна отбудется, як завсёды зранку. У нашим добраранку!